Завтра, 28 апреля, глава Дагестана Сергей Меликов в прямом эфире ответит на вопросы дагестанцев. Прямая линия будет транслироваться на каналах РГВК Дагестан и ГТРК Дагестан. Сергей Меликов ответит на вопросы жителей республики. Вопросы принимаются на сайте вопросмеликову.ру. Сегодня мои коллеги поинтересовались у жителей республики, что их беспокоит на сегодняшний день и какой бы вопрос они задали руководителю региона. Меня беспокоит больше всего дороги. Вот у нас в сторону Кизляра мы едем, вот постоянно едем, и дороги такие, как сказать, ну, волнистые такие. Уже надоело, постоянно проезжаем. А так все нормально вроде, в принципе. Все понятно. Ничего не беспокоит. Нормально все, как по закону живем. Самое главное, чтобы подняли зарплату. И такие дорогие вещи на рынке, а у нас мизерная зарплата. Зарплаты очень низкие, да, в Дагестане, я думаю. Ниже, чем в других регионах. Конечно, хотелось бы спросить, когда наведут порядок в правоохранительных органах, потому что есть очень много проблем с этим.